Необычное происшествие на дороге. 41-летнему водителю грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство с использованием пневматического пистолета. 16 июня этого года обвиняемый передвигался на автомобиле по улице Советской. Один из участников дорожного движения сделал ему замечание за допущенное нарушение правил дорожного движения, после чего обвиняемый вынудил прекратить дорожное движение, подошел к автомобилю и, выражаясь грубой нецензурной лексикой, угрожал убийством, наставил пневматический пистолет. Причастность обвиняемого к совершенному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.